Резьба по дереву в Узбекистане является очень древним видом искусства, насчитывающим многовековую историю и являющимся частью центральноазиатского художественного наследия. В традиционном зодчестве и быту народов Узбекистана резное дерево издавна использовалось в качестве важных архитектурных деталей, конструкций и домашней утвари. Одним из ярчайших представителей ташкентской школы резьбы по дереву является Артык Файзулаев, который на протяжении нескольких десятилетий считается носителем и продолжателем народного искусства. Так, в Центральном выставочном зале Академия художеств Узбекистана и дирекция художественных выставок открыла юбилейную экспозицию, посвященную 80-летию мастера. Дерево – это инструмент, работа с которым доставляет мне большое удовольствие. Когда я ухожу в работу, мир вокруг меня перестает существовать, так как я стараюсь полностью отдаться творческому процессу. Хочу сказать, что сохранение традиций национального ремесла в этом меняющемся мире – это одна из основных задач, стоящих перед нами. Я же, в свою очередь, буду стараться делать все, чтобы резьба по дереву не утратила своей актуальности. Необходимо отметить, что Артык Файзулаев, член Ассоциации художников, искусствоведов и народных мастеров Узбекистана ИДЖОТ, является постоянным участником проекта Фонда форума. Мастер выставлял свои работы на выставке ярмарки «Базар Арт», по итогам которого был награжден специальным грантом на установление альтернативного источника энергии. Это ярчайший представитель Ташкента. У нас много есть школ. Это и Коканская школа, и Хивинская школа резьбы по дереву. Ну, как, скажем так, он возглавляет эту школу. И, в принципе, имея много-много учеников, есть последователи. Вот. Но, скажем так, индивидуальный стиль, который отличает Артык Файзулаева, он сохранил. То есть ученики, конечно, работают чем-то даже похоже, но вот это умение и чувство меры есть только пока у него. Резьбе по дереву Артык Файзулаев учился у известного ташкентского мастера Максуда Касымова, который, в свою очередь, передал ученику все секреты этого нелегкого и трудоемкого ремесла. Для резьбы мастер использует ставшие традиционными породы дерева – это бук, чинар и орех. Продуктом же кропотливой работы являются всевозможные шкатулки, декоративные блюда, подставки для книг, многогранные столики, ширмы и колонны. Артык Файзулаев – это удивительный мастер, ведь не каждый в таком почетном возрасте способен работать и, более того, обучать молодое поколение. Видно, что работы, представленные на сегодняшнем вернисаже, это результат многолетнего кропотливого труда. Я очень впечатлена. Надеюсь, мне еще не раз посчастливится побывать на подобной выставке. Немаловажным фактом является то, что работа народного художника Узбекистана, академика Артыка Файзулаева, украшает многие современные архитектурные комплексы Ташкента. Это дворец искусств, дворец дружбы народов, комплекс памяти и почести, новое здание Национальной библиотеки и другие объекты. На открывшемся вернисаже представлено свыше 30 произведений из коллекции мастера, Государственного музея искусств и дирекции художественных выставок. Рузана Амбарцумян, Бахтиёр Набиев, Ташкент.